пускай наши ребята их высматривают, Борис, а мы тут сидим. Да, да. Помогу выстрелить, но скорее всего. Подожди, стреляй. Не надо, я сейчас пикорно шлёп. Зелёный дом, который напротив этого, да? Около полицайки, он за зелёный. Двухэтажный дом. Да, 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 просто зелёный двухэтажный. Сторону моря, что ли? Да там, блин, вот. Ну, полички в сторону моря, да. Я только крышу. Край болит. Я никого там не вижу. Снег. Ну сейчас. Вот он двигается, там ходит. Вижу голову. А я нет. А вот вижу. На две есть там. Так, вижу кепка бежит. Пойду в сторону баночки. Так, он по мне стреляет, сука. Ну как ты меня увидел? Бля, ну я по нему тоже выстрелил. Кто-то бегает. Слышишь? Угу. Артипанк. Буду встречать. Блин, перезаряжался. Он этого лутает. Он того чувака лутает. Да это тут есть, наверное, вы чё? Да, то он сюда. Хуй знает, куда перебежать. Его зубаки ебашат, слышишь? О, кто побежал в тест? Я тут возле ТС. Я к тебе. Кто-то в глушака стрелял. Да тот хер стреляет в глушака, видать. Так, вижу как... около зеленого дома кто-то бегает. Ну, это по которому я рассказывал. Игорь, Егор, ты где? В такой вот электрощиток такой, на территории тут, где КПП. Окей, я тут возле КПП, короче. Ну, чуть КПП? Дальше пройдешь и видишь меня. В тройку пойти засесть, со мной. Не, нафиг надо. Там очень хорошо все видно. Там нужно прикрыть. Там тебя хорошо видно. Я тут в здании типа бардака. Вот. Что, куда пойдем? Отсюда ничего не видно. Не, я хочу вон то здание занять. Занимайте позиции, нас тут окружать будут, мне кажется. Он бегает. Вы еще раз ебанете. Как он дышит, Борис? Вот что вы тупите? Давайте занимайте позиции, будете их тоже отстреливать. Ищем. Он, походу, лутает того трупа. А тот труп где? За больничкой. Надо полицейский. А ты здесь хочешь сидеть, что ли? Сюда бежит. Сюда бежит только. Не, выше не поднимайся, Егор. Тебя там если накроют, то накроют все с концами. Я на попал. Красава. Ложись, Борис, больше не высовывайся. А где Борис? Ты в больничке сидишь. Они там вдвоем сидят. Можем перебежать в этот, во француз возле этого, возле магазина туда. Блин, да займите уже позиции, ёлки-палки. Сейчас тут будут народу, знаете, сколько бегать? У нас пока есть позиции, но они не просматривают ваше место. Пошли, Егор, за... Нам это не поможет. Что, я тут? Опа! А в колгазе в эту металлическую хрень спрятаться можно? Можно. Блин, просто я отсюда не вижу больницу. А оттуда я бы хорошо видел. Спуститься, что ли? Да сдохни, мразь! Кулаками, что ли, бьешь? Нет, зомби переебашил. Мне кажется, это классное место. Где? Да тут, короче, возле стекляшки, возле школы. Правда, больнички, если вам можно смотреть справа в больничке, этот стоит зеленый дом, как у французского этажный. Можно вот. В нем сесть.
Егор, пошли в него. Тут нет, там это... А, ты там? Я чуть не хочу. Не, я тут рядом. Идем в этот француз. Возле меня кто-то бегает. А где ты? Я в электронный щиток такой возле этой. Убил, убил чувака. Красава, красава, ложись, парень, ложись. А ты, тебя нет в щитке. Патриот 57 рус. Блять, да соберитесь вам, так вы там уже займите позиции, ёлки-палки. Я не одни хочу один занимать этот француз, ты понимаешь? А другой позиции нету, у вас там и так место как бы нормально. Ор! Чё? Ты где? Я недалеко от больнички сижу. Так, так, за бакс агрился на кого-то. А, так это не за мной. Ты куда его убежал? Я тут возле больнички вашей. Напротив входа практически. Так, я тогда к стройке придвинусь, десятый том. Зря. Блять, я хочу нормальное место занять, вот сука. Там чувак в этом доме в зеленом сидит, чувак какой-то. В каком? Егор, справа от больнички в доме сидит, на втором тоже черт какой-то. Окей, понял. Блин, я вообще... Помнишь, ты видос его снял там? Да-да-да. Там сидит чертёж какой-то. Это, наверное, тот, который по мне до этого стрелял. Да. А где еще раз? Зеленый дом справа от больницы. О, кто-то с калаша стрелял. Это я ему стрелял. Попал в него? Посмотри, Борис. А? Посмотри, я попал в него, я в него стрелял. Он в панамке был. Ну его там нет, я не знаю. Походу сдох. Надо чекнуть. Походу ты не попал, так что осторожно. Скорее всего попал. Если ты попал, он там может еще жив. Нет, если в чердак попал, то он сдох. Бля, эти зомби заебали. Санек, пойдем со мной его зарашим. СМП-5, у меня еще 40 патронов есть, я тебе дам. Слышь, Санек, Санек, пойдем его зарашим, посмотрим, мертвый он там или живой. Кепка бежит. Где? Возле зеленого француза. Какого? Стреляли, кто стрелял? Я стрелял. В больнице подбегаю. Ага, со стороны полицейского участка. О, зомбаков от нас это самое, походу. А, Санёк, тебе патронов еще. Угу. Для кого-то они там сагрились, походу. Там он хочет друг друга так. Бля, кто стрелял? Да нет, чувака стреляю. Только не в меня. Чувака стреляю. Да я понял. Так, я в этот зеленый дом иду. О, в красный кирпичный дом кто-то сбегает. Который только на первом этаже можно убить. Блять, этот хуй сидел в доме, я его убил, и он меня убил. Я иду к тебе. В каком доме? Давай, давай. Иди. Вот этот зеленый дом. Я его, походу, убил. Пошли, надо труп охранять, пока Егор не появится. Егор, не появляйся, у меня дефибриллятор, ты моя, это, подопытная крыса. Да какой я, блядь, я уже спаунюсь. Да, блядь, я не знаю точно, я убил его или нет, понимаешь? Беги, беги. У него калаш с глушаком. Ща это, зомбаков отстреляют, дверь не закрывай. Он дохлый, да. Все, дохлый. Стреляли по мне еще раз. Блять, не заходи. Все, сейчас я буду зомбаков отстреливать. Сейчас откуда? Так, я открою дверь, а то зомбаки на нас сейчас будут. О, я рядом появился над новоселками. Бегу. Через минуты две буду.
Бля, как я его на скопом убил.